Сегодня свой кастинг проводит команда Евгения Олейника, где участвуют завод газетной бумаги и бумажная фабрика «Спартак». Кто самый яркий будет, тот попадет в телеэфиры, в новости. Ой, мороз, мороз. Вам, как первому участнику, аплодисменты всего зала. Спасибо. Ой, вагон, пошла она. Дождь на стекле рисует мне. Как вы думаете, зацепили Евгения? Ну, надеюсь. Хотите пройти? Ну, наверное, что-то новое для себя хотелось бы попробовать. Мужчина такой вот брутальный, машина совсем нереальный. Это однозначная заявка на попадание в нарезку и в новости. Спасибо большое. Я желаю вам удачи, желаю найти того самого конкурсанта, который будет вашим фанатом. Спасибо, конечно, за напутствие, но я специалист по конкурсанткам. Я нормальный. Мы не гомощеки, у нас ипотеки, поэтому... Там нет меня, плачут мокрые осины. Вышла девушка, вышла, уже волнуется, волнуется. Здравствуйте. А представьтесь, пожалуйста. Нам же нравится одной той же. И я звала тебя сквозь города, как никто другой. Да тут у человека уже эмоции. Ну как оно? Конечно, устроили просто экзамен. Я студенткой была, никогда не волновалась так. Ты и вроде бы не бомж, и не алкаш. Когда человек немножко боится сцены, перед ним нужно поставить стойку, он как бы за ней прячется. Дать ему в руки инструмент, он знает, что с ним делать. А еще мне кажется, что вас нужно усадить на барный стул с гитарой со стойкой. Вот тогда вы будете просто офигенно смотреться, извините. Ой, вьюн над рекой развивается. Ну вы только что меня убили. Тут мы разговаривали с вами про булочки, про пирожки, а вы взяли и выстрелили народным... голосом. Это как вообще? Ну, я сама из народа, поэтому народным голосом я просто обязана была выстрелить. Одинокий мужичок за 50, неухоженный. Спасибо. Зима!